сталкер зов Припяти воле случая. Что же, у нас сегодня на повестке дня несколько сюжетных заданий, ну и также есть и дополнительные, которые я бы хотел с вами выполнить. Во-первых, нам нужно найти инструменты для грубой работы. Я думаю, это нам поможет в дальнейшем, и мы сможем улучшить наши комбинезоны. Что было бы, конечно, неплохо, но для начала все-таки я хотел бы поменять этот комбинезон монолитовцем. Да, он как-то мне совсем не радует. Также у нас есть еще задание найти отступника, но я не знаю, как мы будем его искать, даже не представляю себе. Я думаю, по сюжету дальше мы его все-таки найдем. Ну и еще есть одно интересное задание, которое меня прям будоражит, и я хочу его выполнить. Нужно найти лабораторию X8 и применить там некий код. И там, наверное, будет в этой лаборатории что-то интересное, я вас уверяю. Вот. А эта лаборатория у нас, по идее, находится как раз по пути вот к этим инструментам. Ну, это, может быть, я ошибаюсь, друзья, но я помню, что в юбилейном, да, по-моему, в юбилейном, у нас находится некая лаборатория, где нужно на лифте спускаться. Возможно, я ошибаюсь, но мы все равно идем по пути, и я обязательно туда загляну. Это стоит того, потому что, что же, не зря мы нашли этот код. Я думаю, там должно быть что-нибудь интересное, обязательно. Вас, сектантов, тут только не хватало. Сунемся на второй этаж и посмотрим на нейтралитет с монолитом. Мигом пришибем. Дипломатия. Я не желаю никому зла. А кто тебя, сектанта, знает? Все на самом деле желаешь. Блин, если бы только связаться с нашим под Припятью, и так уже пропустили два сеанса связи. Хотя, постой, возможно, ты и нам сгодишься. Если это позволит мне обследовать КПО, то почему бы и нет? А ты хитер. Хорошо, тогда сделаем так. Ты поможешь нам, и если шметь не будешь, мы позволим тебе здесь рыскать сколько захочешь. Наш радиопередатчик накрылся. Для ремонта нам нужны детали. Сошла я недалеко местном гастрономе, может быть, еще не сгнившая в труху аппаратура. Попробуй пошуршать там. Возможно, сможешь найти что-то, что можно выпустить на запчасти. Я помогу. Приятно слышать в путь. Я пошел. Так, а давайте мы сохранимся на столе. Четвертым сейвом. Все, видите, и нам получается туда нельзя забраться. Как видите, друзья, обследование локации приводит к достаточно интересным последствиям. Вот мы нашли волкодава. Это у нас, я так понимаю, глава наемников, потому что во многих частях так, собственно, и есть. А куда нам нужно? Нужно в гастроном. Согласно словам наемников, в гастрономе могут быть все еще пригодные к использованию радиоприборы. Стоит найти их и извлечь необходимые для ремонта радиоприемники запчасти. Ну, давайте уж тогда сначала направимся, куда мы изначально с вами хотели отправиться. Да, не ожидал, честно, здесь встретить наемников. Да еще в таком количестве. Здесь у нас еще кто-то. Интересно исследовать эту локацию, да? Неплохо.
неплохо так заселена. Ну, теперь нам, чувствую, еще предстоит обыскать это здание. И найти здесь то, что нам нужно. Господи, еще есть мутанты, это будет не очень хорошо. Труп. Thank you.
найти. Сюда не... А, нет, в смысле, все? Господи, я им... Я не заметил. Спасибо, можешь гулять тут сколько угодно, только не наглей особо. К слову, вот еще кое-что за труды. Отлично, 2000. Можно и гулять теперь. Нам нужно, собственно, на второй этаж, чтобы это сохранилось в этом сейве. Ну, не нам на второй именно нужно этаж, а дальше, но супер, в принципе, обследовать. Список объектов X, но я думаю, вы на паузе обязательно это прочитаете, что сделаю я.
Не зря, явно не зря здесь лежат эти документы, так же, как и наемники стоят. Типа, ведь они нам же сказали, точнее, мы сказали, что мы хотим обследовать КПО. Просто же так наш главный герой это сказал. Значит, здесь явно что-то должно быть. Но почему не запускается генератор, я пока совершенно не знаю. Вероятно, я все-таки это узнаю когда-нибудь. Должен же быть какой-то способ. Потому что явно здесь что-то не так. Что-то не так. Лифт обесточен, но генератор тоже не хочет запускаться. Почему так? Давайте попробуем, что же, раз уж сюда пришли. К сожалению, пока, видимо, только по сюжету ее можно будет открыть, а пока нельзя. Все ограничения. Ну что же, всем, кому понравилась данная серия, обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а с вами был Арзе. До встречи, сталкеры.